Всем привет, привет, тут солнечная Талина. Проводи, девочки, это не платьишко, это мой халатик. Я его стираю, у нас погода хорошая, я его ополаскиваю на быстрой стирке у машинки. Он раз-два, и все ополаскивается, и все хорошо. Кстати, завтра суббота, и можно было, боже мой, то, что там женщина написала, не благодарить. О. Questo ti faccio il carrello. No, la ricompro poi nuovo, perché ormai insomma. Allora. Mamma mia, ora dove la butto questa? No, no, no. Guarda, aspetta che la lascio qui fuori. Anche questa sta buttando, la vuoi? Qui basta di fare la nuova seccia. Se tutta funziona, si apre tutto. Vabbè, va. Questa, no, questa è da pistare la cipolla. Artistka Клеопатра. Беру землю, я коробку выставила, беру землю. Я сегодня разгребала свою комнату, там капец шо. Короче, она взяла тачку с колесами, а сумку вот эту вот старую она не выкинула. Но там тоже колесо уже плохое, то есть у меня тачки это много лет. Беру землю, чтобы лук посадить, она, я это тоже забираю. Блин, интересная такая, сюда сейчас. Я сегодня в своей... Говорят, что вы снимаете только здесь, девчонки, потому что здесь после ремонта хоть что-то, хоть как-то сделали. Я сейчас не хочу ничего говорить, но... Ну, главное, все хорошо. Хорошо, хоть уже побелен коридор. Уже хорошо, что уже все равно хоть какие-то работы были сделаны после того, как выехал отсюда бывший с собаками, потому что двери были все поцарапаны, съедены. Кровати все съедены. На все, конечно, это понятно, нужны финансы. Предыдущее видео заголовок был «Проблемы с деньгами». Не проблемы у меня, хотя с другой стороны карточку оставлю. Мне было приятно, когда на кофе скинули деньги. Вот, проблема в том плане, что Саша, вот я когда домой пришла, она попробовала телефон заправить на русском, как это сказать? Ну да, заправить телефон, бросить деньги с карточки типа на телефон. У нее получилось. Почему-то не прошел платеж в магазине в самом. Чем мне снять? Вот здесь хорошо, хоть здесь уже хоть как-то... Ну, вот это вот надо снять, конечно, когда руки дойдут. Хорошо уже как-то покрасили. То есть вот уже приятненько, потому что стеночки беленькие. Вот эту вот я штучку заменила. Потом со временем... Не знаю, здесь нужно, чтобы начать и закончить. Вот эти вот розетки, когда мастер придет, сделает. Я сегодня в своей комнате разгребала, разгребала, разгребала. Пока полы помыла, то это я белье вывешиваю, кстати, вот в этой штуке. И эту штуку кто-то нам принес, когда мы еще устраивали посиделки за окном, за домом. Кто-то из пацанов воду принес или пиво вот в этой вот штуке. И так оно у меня осталось, мне очень удобно мне вывешивать белье. Я сегодня драила, 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 драила. Я-то поддерживаю здесь чистоту. Ну, а что здесь толку, что здесь показывает? Ну хорошо, здесь сделали, да, здесь дышится легко. Убрали мебель, вот эту вот мебель осталось поменять. За компьютер... За компьютер, который этот настольный, который уже не тянет там вообще никак там. У меня у самой уже и нетбук, и компьютер, и у Саши не PlayStation, а таблет, на русском планшет заниматься в школе. То есть он уже не нужен, этот стоящий компьютер. Я его выбросить не могу, потому что сколько было, кто помнит, как он мне его тоже за 60 евро продавал, то он на нем не разрешал монтировать. То закрой канал, все, и я к тебе вернусь, и ты ко мне вернешься. То есть сколько всего этого было. А теперь он стоит, и все. Там половину стоят вещей, которые мастер оставил для того, чтобы что-то делать. И все. Что тут снимать в этой комнате? Я там поддерживаю чистоту, я там мою, я там убираю, что-то там стараюсь. Но с другой стороны, здесь на кухне более как-то все организовано. Понимаете? Конечно, я вот сейчас полы мою, у меня настроение падает. Я смотрю там, как он бросил, деньги-то я заплатила, а как он бросил все вот эти вот
Плинтуса недоделаны. Он же бросил, он же не доделал это, понимаете? Потому что деньги получил. Деньги он получил наперед. За кухню, кухня обошлась очень дорого. Я не говорю сейчас за, за мебель, за столы и за холодильники. Сама работа дорого, дорого. Я не хочу вам говорить, потому что я там помню, как-то рассказала. Говорю, как вы думаете? Там девчонка, кстати, одна единственная написала правду. Она правду. Короче, что я делаю? Я сейчас сюда земельку и лучок, который я замачивала, сейчас сюда посажу. Такие, блин, все интересные эти мужики. Пришел, поделал, ушел. Ну ничего, поделал, ушел, потерял больше со мной. Привет. Потерял со мной больше, потому что здесь мужик нужен всегда что-то подделать, что-то вывести. Вот сейчас бы там мы в той же контине бы в подвальном помещении разбирались, понимаешь? Понимаешь, подруга? Вот. А так все, оно все стоит, естественно. К нему, к этому бывшему мастеру я обращаться не буду. Тот, которому я сейчас мастеру доверяю на данный момент, он работает. Он не может сейчас приходить и заниматься. Вот и все, и сидим. Девочки, смотрите, я насыпала земельку в перчаточках. Слушай, я руки тоже... У меня в жизни таких не было рук. Мозольные, назоли, назолевые руки стали. Дощечка, чтобы лучок порезать. Отрезать сами эти. Так я, между прочим, у меня тот лук, который у меня хоть как-то вырос. Глаз начал дергаться. Он у меня не... Так я и не попробовала плоды с него, понимаете? Потому что я его подщипывала. И так ни разу и не подщипала нормально. Все время подъедалки одни. Так, что мы берем? Нож. Только что нож держала. Вот он. Единственный нож, который я люблю. Я срезаю в тыптик вот здесь вот. И втыкаю в землю. Так. Там девочка, Клеопатра говорит, приехала сестра, говорит, будет ногу что-то на ноге что-то оперировать. И приехала сестра. Не знаю, сколько в месяц у меня сюда. Не знаю, что это за лук, обрабатывается он чем-то, там я в комментариях читала. Не обрабатывается он у нас чем-то для проростки, для приростки, не знаю. Его главное не трогать, я его трогаю постоянно. У меня бы он... Там был маленький урожай, ну был. Был маленький урожай. У меня папа вообще просто даже ничего не отрезал, так водичку ставил. И все там, все росло прекрасно. Поставлю, пусть стоит. Мне надо о нем забыть. И потом, девчонки, крошки мои, я не... Как бы вам сказать это помягче? В общем, я, девочки, не нервная. Не, ну я от природы немножко дерганая. Я не знаю. Это в крови. Я самый активный сперматозоид. Давайте не будем на этом обострять внимание. Смотрите, все. Я его потом пролью. Не благодарите. Боже мой, аж заикаться стало. Я просто сегодня со своей комнатой, я захожу туда, у меня, понимаете, у меня настроение падает. Потому что я кручусь, что-то, я не знаю, как у вас. Вот, что-то стараюсь, что-то делаю, что-то это. Понимаете? А все равно все как всегда. Знаете, хочется как лучше, а все равно как всегда. Кто-то написал, Марина, вам надо родить ребенка. Господи, девочки, я только жить начинаю. Все, вставлю сюда лучок. Я его трогать не буду, вазу крутить не буду. Пусть он там у меня стоит. Так близко мы еще с вами не были никогда. Так, что у меня есть еще здесь, а у меня там нету запасной. А, есть у меня, видите, запасные эти самые, чтобы не вот эту глубокую использовать. А сколько там лука? 4. Сюда можно посадить. Тоже говорю, если, говорю, ты не будешь забирать всю коляску, тогда, говорю, не забирай там вещи, которые там детские вещи. И Сашин пуховик все-таки я отдала, она найдет ему применение, а я не могу. Он у меня переезжает с комнаты в комнату. Сейчас я сделаю две дырочки здесь.
Господи. И вот здесь вот. Все. И землю теперь сюда. В зал заходишь, блин, настроение падает. В туалет заходишь, настроение. Спрячено. Угу. Самоконсультанту. Угу. Кто-то из котов начал подсыкать. Наверное, не пацан, не метит. У меня все кастрированные коты. Наверное, вот эта вот Маша, блин, наверное, за что-то мне мстит. Я заметила. Слушай, хотела у меня еще вазу. Вазу у меня хотела забрать. Я говорю, не забирай тогда, если коляску забираешь. Я говорю, куда я теперь вещи эти делаю? Я бы на коляску их отвезла на мусорку. А теперь что? Зачем мне эта подранная, обоссанная? Ну, не обоссанная, ну, вся в котах. Я ее выкинула, потому что все, ну, уже отслужила. Она у меня очень много лет. Я сделаю. Что она сделает? У нее потом там стоит, у нее там ставить уже некуда. Ну, хотя, с другой стороны, видите, лучок беру, втыкаю. Хотя, с другой стороны, хорошо, что иметь вот такую вот соседку, понимаете? Поставил, проблему решил. Еще один лучок. А, мореход. Девочки, спасибо всем за комплименты. Огромное спасибо всем за комплименты. Вы тоже все красотки, потому что делать комплименты женщина-женщина, это многого стоит. Это очень многого стоит. Поверьте мне, за всю мою экскурсию по всей жизни это могут делать только избранные. Все. Там хотя писали, лук должен быть полностью в земле. Ничего не должен быть полностью в земле. Нормально ему и так этому лук. Что ему сделать? Просто куда его ставить? Его ставить некуда. Подоконники-то заняты. Так это. Я даже боюсь теперь это выносить в коридор, она у меня сейчас заберет. Женщина написала, что только в этой. Что только эта раковина не видела. Вот в этой раковине все уже мыли, кроме Патрика. Осталось только Патрика здесь помыть, это счастье. Не помню. Все, сейчас я найду место. Здесь тоже рос лук. Я землю сейчас сюда пересыплю. Одену в пакетик это, а эту я сейчас помою. Мне не нужен, но на всякий случай пусть будет. Сейчас это я в пакетик поставлю. Надо машинку разобрать. Иди давай. Ходишь, все тебе надо. Должна быть в курсе всех моих дел. И тоже там кто-то из девочек написал. Ну, я не думала, что это пишут мальчики. Я думала, что такое пишут только девочки. Написал кто-то. От цветов остались одни обрубки. Знаете, у вас зубы тоже растут не по расписанию. Отцвели. Сейчас. Хризантемы в саду. Нет. И уже цвели хризантемы в саду. Нет. Хризантемы отцвели в саду. Нет. Белый снег. Нет. Белый. Нет. Не помню. Про хризантемы какую-то песню папа мой слушал в юности, когда он был молод. Я была ребенком, папа слушал какую-то песню. Что-то отцвели хризантемы с собой. Все, девчонки, что я закончила с посадкой лука. Была на огороде, скажем так, на своем лично. Сейчас это все это. И все, и будет несчастье. И огород на подоконнике сделан. Опа. Я уже помыла и щетку, от, ну, которой подметаю, и помыла тряпку, которой мою, все сделала. Я люблю, когда дома вот все, я могу спокойно сосредоточиться на других компонентах жизненного эквивалента. А когда все не это самое, я так не могу. Мне надо, чтобы все было под контролем. Ну, вот эти тарелки. Ну что? Не то, что мы не стучит в двери. А вы говорите, мы, я говорю, прям там один раз поорали.
Ну, посмотрим сейчас, как это. Сейчас я лучок польем. И огород сделан. Все. Эту госпиталь солями едите. Не, мы же ее не едим сразу. Она очень вкусная. Мы же ее сразу не едим со солями. Я так купила, чтобы в магазин не бегать. Иногда бывает, бутик хочется, раз-раз порезал. Все. Девочки, это же итальянская солями. Она очень вкусная. Ой, сколько телодвижений. Сколько телодвижений за целый день. И никакой борьбы с жиром. Смывайся, блин. Так, все, я здесь я закончила. Поливаю сейчас. Тряпку тоже дурная привычка вешать туда. Поливаю сейчас лучок. И, кстати, кто-то написал, говорит, Марина, не ешьте чеснок, от него потеешь. Что, серьезно от него потеешь? Я не знала. Сейчас я покажу. Вот здесь я его посадила, поставила. Полить его, залить. И не дергать его. И здесь тоже. Все. Там у меня растет. Вот здесь у меня был урожай. Отойди. Отойди. Здесь у меня был урожай, но он не был урожайным. Был урожай, но он не был урожайным. Так, девочки, что делаем? Смотрите, поставила сюда рис варить. Сейчас зажигаю. Маленькую конфорочку, например, вот эту вот. Сейчас я зажигаю. Нет, сначала я не зажигаю, сначала я ставлю пищу богов, плюсую, и пусть варятся яйца. Здесь как раз надо доделать, не надо, это очень много, Марина Владимировна. Здесь как раз вот белые надо доесть и эти. Я не знаю, хлористол, не хлористол, надо делать. А вот это вот яйцо, я даже не знаю, что с ним делать. Можно ли его использовать? Или туда уже попала хламидия? Может, его уже есть нельзя? Без понятия. Пока здесь лежит. Вот надо доесть помидорчики. А вот эти вот хлебцы надо сегодня выбросить птичкам, голубям за окошко. Знаете, как будто у меня там куры, курям. Видите, вот мой огород. Я надеюсь, что оно там все взойдет. Пусть сидит. Этот лук гребаный, блин. Все, и рисик сейчас сварю. Так, девушка, сразу вас предупреждаю. Кто написал, что бы не сделаешь, чтобы котов продать дороже, ты брехуха, я вас пустила в бан, моя дорогая. Все, идите делайте новый аккаунт, если у вас его еще нет. Понятно? Я понимаю, что вы самый-самый-самый лучший зритель на канале. Ну, я в своих видео не брешу. Я могу что-то не договаривать, если это не касается меня. Если меня не касается, я могу что-то не договаривать, чтобы не скомпрометировать. Вот. Но все остальное, я говорю, даже больше говорю. И кто на этом канале уже много дней, месяцев, не хочу говорить годов, вот, то все знают, что я не брехуха. Вы такую брехуху на Ютубе еще поищите. Все, женщина, ваша песенка спета. Все. А я себе спокойно продолжаю варить рисик, снимать влог и радовать своих девчонок. А вы, моя дорогая, в наш коллектив не вписываетесь. Все. Точка. ПТК.